сейчас это запах бабушки. Спасибо. Но румянки намазывала до пудры, а не на пудру. Скажи, какие цвета были в то время модные? Не надо плевать тебе. Поводу вставляла. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня будет видео, которое мне предложила одна из моих подписчиц. Мне показалась очень хорошая идея. Говорит, Селена, сними, пожалуйста, косметику из твоего детства. Ну ту, помнишь, Руби Роуз, которая, тональный крем Балет. И, кстати, я сейчас пригласила маму, ее сейчас не будет в кадре, именно потому что я ей предложила снять в следующем видео именно ее макияж, макияж 80-х, потому что моя мама раньше красилась по 2 часа, у нее там были свои лайфхаки, я так хочу, чтобы она их рассказала. Этот макияж она уже не делала, сколько мам лет? Уже очень давно, ну лет 10 точно не делала такой макияж. Если не больше. Ну, пошла другая косметика в 90-х, и я уже по-другому. Да, другая косметика пошла потом и так далее. Но я хочу, чтобы она повторила тот макияж 80-х с такими стрелками, с такими ресницами. Все супер. Этой же косметикой, которую сегодня я буду с вами тестировать, вспоминать, как оно было. Потому что этой же косметикой, которой мама красилась в 80-х, красилась и я. Ну, она немножко оставалась, да, еще? Я когда начала краситься? В 13, там, и в 10. Она еще в 90-х была. В 90-х она была. Да. Итак, что у нас здесь будет? У нас здесь будет тональный крем Балет. У нас здесь будет пудра Руби Роуз. Кстати, о ней есть что сказать. У нас будут тени тоже Руби Роуз. Старинные. Самое главное, у нас будет ленинградская тушь. Это вообще, я не представляю. У нас карандаш будет. О, кстати, Майя, я забыла твой карандаш, который ты это... С зубочисткой, которым красила. Где ты его? Вот он где-то на столе. Сейчас я пойду его поищу. Короче, вот такой вот карандаш, который тогда был еще. И помада тоже Флёр. Помада Флёр. Это же раньше окантовочку ж красили, мы же будем тоже красить. И сейчас еще мама достала, нашла, где-то она покупала карандаш черный. Он, знаете, какой-то мягко-твердый, короче, его надо, чтобы там слюнявить. И там с другой стороны была такая дырка, короче, ну я сейчас покажу вам. Вот он, этот карандаш, он назывался как? Тут ресничка, а до этого еще была косметика ленинградская. Наверное. Ресничка, а был косметика ленинградская. Да, я это все покупала в одном магазине, и тоже с женщиной там повспоминали кучу всего, что раньше делали, что раньше красили. Короче, смотрите, такой черный карандаш, вот он твердый, он не красит, пока его не намочишь. Видите, не оставляет следов, то есть не мягкий. А с другой стороны вот такая дырочка была, и я помню, мама всегда там торчала зубочистка или спичка, она ее что-то мочила. Застрял, так делала, она и рисовала стрелки. Но мы этого делать, наверное, не будем. Это будет делать она, наш профи. Расскажет, как она это все делала в отдельном видео. Ладно, давайте начнем. С чего мы начнем? Мы начнем с тональника. У меня сейчас на лице ничего нет, я как всегда чуть-чуть замазала. Но я уже сегодня погуляла, у меня уже вот все, видите, смазалось. Чуть-чуть корректора точечно наносила. Но никакой базы, ни тональника, ничего нет. Короче, крем тональный, натуральный, Балет. Мы сейчас с вами открываем. Я помню, что мне не нравился его запах, и я когда-то его купила, вспоминала, что я его так любила вообще, что я всем подругам его рекомендовала, даже когда я жила уже в Москве, и когда уже были Эль Савлоран и так далее, всякая крутая косметика, Dior. Ну-ка, по-моему, натуральный был мой цвет. У него вообще не богатая палитра у Балета, насколько я помню. Но этот запах, он меня свел с ума, и я, по-моему, его отдала Кристинке моей, она его любит. Ну, это, знаете, кто-то привык. Так. Размазываю. Притом этот Балет, он не имеет разных тонов. Ну, у него два каких-то тона. Есть светлый, костяной. Кости какой-то там. Цвет. И натуральный. Бежевый есть. Бежевый, натуральный. Не помнишь ты? По-моему, два или три цвета есть. Ну, когда я покупала, был только один тон, натуральный, и он подходил под все виды кожи. Мам, такая вонь, вообще ужас. Ну, специфический запах, да. Да не просто специфический. Советский парфюм. Вонища. А, еще спрашивала, я же там, ну, как бы, по технологиям, по нашим, такая говорю, ну, а там база какая-то, крем. Она говорит, не, раньше Балетом вот так херачили, все, ничего не было. Вот прям, знаешь, жирный. Ну, как и база. Как жирный крем вечер. Да, я говорю, может крем вечер брать? Она такая, не, раньше так не красили, не бери.
Я говорю, я раньше вечером тоже красила, кстати, на ночь этот крем, мне нравился, он достаточно жирный, очень питал эту кожу. Ну вот балетом просто красьте на ночь и все. Ну, что я могу сказать про этот тональник? Он, естественно, ничего не маскирует, он делает кожу очень такой вот жирной, плотной, прям как будто забились все поры, я не знаю. Но лично мне не нравится, я таким... У нас сейчас реально такие классные BB-крема, от которых прям... И этот запах просто, понимаете, девчонки, если кто-нибудь накрасит балетом сейчас и пойдет, сейчас это запах бабушки. Реально. Мне не нравится запах бабушки. Ну, я балетом не очень любила пользоваться, потому что у меня светлая кожа, белая, да, практически. Ну, веснушки там были. И что, не замазала? Я покупала у косметолога специальный дневной крем, который делали сами. И он осветлял лицо, осветлял веснушки. Я помню, да. И был, ну, как бы, светлее было лицо. Угу. Ну, может, и потом пудрить. Может, ты присядешь сюда ко мне? Беленькой такой пудричкой. Чуть поближе как. Припудривалась. Будешь выглядывать немножко иногда. Вот. Беленькая пудричка, ну, рубероид или там типа того, что там прям светлое-светлое брала, тон такой. И вот у меня лицо было светлое. Беленькое. А красила ты вот такой пудрой рубероз? Да, ну, тон брала вообще белый такой, прям светлый. Потому что вы не загорали раньше, я так смотрю, да? Ну, у меня веснушки были, и они мне, они мне становились яркими от загара, поэтому я их старалась замазывать, поэтому не очень-то... А я вот, кстати, сейчас не скрываю свои веснушки. Я лицо прятала как бы от солнца. Номер 1А. Ну, у меня тоже светлый какой-то. Вот, ну, наверное, он и был, да. Ну, на белый, на как бы на светлый крем, вроде мой, оно смотрится как натуральный. Короче, вот сейчас мы попробуем им замаскировать все, что мы не замаскировали ну, тоноком. Ну, так, не сильненько. Ты что-то там понабрала себе. Ну, это чересчур. Кстати, вот этот цвет натуральный, а еще был такой вот, он выглядел почти как белый, светлый, для белой кожи. Не, ну понятно, что это я жестю, сейчас все размажу, девочки. Не, на самом деле, что хотела сказать про эту пудру, что она мне понравилась. Я нигде не могла найти свою пудру, я пока убрала все. Ой, пудра застряла. Ну вообще вот так вот намазывали, я так не делала, но да? Девчата намазывали прямо. Слушай, да я видела, иногда придет к нам кто-нибудь в гости, о том, что штукатурка сыпется. Нет, я брала прям ваточку, и так не было так вот, кисточки не было. Я брала ваточку и прям вот так вот, аккуратненько, да? Да, припудривала, чтобы блеска не было. Тебе сейчас интересно будет вспомнить, как ты красилась? Ну, вообще, повторить. Интересно. Ты раньше черные волосы были, сейчас ты блондинка, волосы, по-другому будет смотреться. Да, можно фотографию девчатам показать. Мы поставим, да, потом. Какая была. Короче, мне нравится вот эта пудра, я что хотела сказать, что я потеряла все свои пудры, и мне срочно нужна была пудра. А пакет вот с этой косметикой лежали рядом, и я быстро схватила пудру, припудрится, и очень даже ничего, кстати, я вам скажу. Да, она припудрила. Ну и что, видно у меня? Да и не сказать, что видно прям, да, прям сильно. Размазать вот тут все нормально. Смотри, вот здесь вот в самых сухих местах ничего не видно. Ну, очень классно. Вот. Дальше что я говорю? Ну, дальше что у нас там идут? Корректоры, там все дела. Говорю, есть у вас что? Она говорит, да нет, не было корректоров, вы не красили корректоры. Сразу брали... Корректор был такой, он был как этот, как вот в губной помаде вот такая же штучка. И где-то там намазывали, размазывали. Нет, это белый. А корректор, который вот скулы подчеркнул, коричневый, короче. Нет. Не было. Она говорит, берите помаду. И помадой. Вот так вот, да? Я помню, ты так делала. Помадой. Помадой, румянки. Ну давайте помадой. Ну румянки намазывала до пудры, а не на пудру. Потому что это жирное. А ты уже припудрила. Припудривать в последнюю очередь. Да? Да. А мы вот как-то... У нас сначала так, а потом... Но я же сухим, подожди, пользуюсь. Да не, кто пудрится потом? Нет, ну может быть, я не знаю. Ну, я красилась наоборот. Не так, как положено. Не в том порядке. Вот так? Ну, чуть-чуть и много сильно. Чуть-чуть, но видишь, ты пудрой уже засушила. А вот когда жирная кожа, вот на крем... А потом вот так? Ну, чуть-чуть. Это ты сильно прямо. Да, еще бы бураком взяла, понамазала. Да подожди, мам. В том фильме. У вас раньше не было вообще этих, как их называют, этих карандашей коричневых? У вас только черные брови были. А еще раньше, помнишь, как фильм «Морозко», да? А что, ничего вроде? Брови углями, щеки свеклой. По-моему, ничего даже. Ну ничего, ну просто как бы пудру много. Уже немножечко сверху накладывали, чтобы уже блески все поубирать. Сначала вот это все, ну оставь, нормально. Пойдет? Пойдет. Для сельской местности. Ладно, давайте перейдем к теням.
Нет, сначала тушь. Сначала тушь? Почему? Я тебе объясняю, почему раньше тушь? Так как вот это, ой, вот этим утюжком мазали, да? Ну. Там мочили вот это все. Да, надо все подтереть. Подмазывалось, да. Ну. А тени не сыпались потом на тушь? Уже когда засыхают ресницы, там тени немножко подсыпятся, но уже... Ты просто... знаешь, давай вот ты будешь красить, когда ты вот будешь красить, ты будешь красить, как ты, ну, красила, да? А я буду красить, как мы сейчас современные люди красим, и посмотрим, какие неудобства нам все это будет нести. Вот мы красим сначала тени. Если я вдруг измажусь, то ничего страшного. Ну, крась как хочешь. Да, короче, тени. Мама будет краситься потом по правилам и рассказывать все эти лайфхаки. Я не по правилам, наоборот, красилась, а, не по правилам. А так, как по своим рационально, да, как удобно. Ну, они открываются тени. Откроешь? Ну. Попробуй. Может, ты вспомнишь, как это делала раньше? Ты, наверное, не с той стороны открываешь. Нажать надо, может? Подожди. Да нет, это не так. Нет, это не то. Мы бы сейчас тени накрасили сначала. А брови? В конце самом? Я не понимаю, что это. Сейчас сломаем. Ну, если сломаем, ничего страшного. Нажать? Это нет ценности этим теням. Как раритет только раз. Ну, давай, давай. Ты боишься сама что-нибудь сломать. О, есть. Смотрите, какие модные цвета. Скажи, какие цвета были в то время модные? Слушай, ну вот такие тени, это было иметь уже круто, и это уже было где-то там, ну, в те времена, когда у нас уже заезжала там импортная, польская какая-то. Ну, до этого была у меня вот такая штучка круглая. Это цвета? Просто коричневые тени. Коричневые. Да, ты потому что коричневые. А вообще говорят, что были модные еще и синие, голубые. Да. Ну это у кого там? Ну сейчас мы будем красить со синими. Это было, знаешь, это была мода еще в молодости моей мамы. Мама, как вы красили тени? Вы красили просто вот так вот все веко, вот так вот, одним цветом? Или тоже меняли как-то половина там одного? Нет, одним цветом. Одним. Все одним? А ну, как-то вот, да. Вот так вот заходили? Это, ну, это тогда еще не было модно там заходить куда-то. Какой брали цвет выбрать мне тогда? Вот из тут вот всех. Ты хочешь прямо... Как тогда? Как вот бабушка. Какой был самый модный? Как моя мама красилась, да? Я хочу накраситься, как твоя мама. Как моя мама. Ну, какой? Голубой белый. Вот этот? Голубой белый. Ну, самый голубой, ну, голубой. Голубей нет просто. Хотя глаза карие красили голубые тени, потому что они были в моде. Подожди, ты красила коричневым, но я же должна, мой макияж должен отличаться от твоих. У меня был образ, я была с черными волосами, значит, коричневые тени. Ты голубые никогда не красила? Такая была, как это говорят? Мне вроде идет даже. Вот так мам смотрели? Роковая, роковуха была. Роковуха. Роковуха была. Я помню, да. Слушай, ты вот так вот красила, вот так выходить или до брови? Нет, я туда не красила. До брови не красила. Нет. А низ? Я красила стрелки вот так вот и красила тени над стрелками. А низ? Вот, у меня глаза как бы такие кошачьи, лисячие. У меня будет почти без стрелок. А у тебя такой низ красить? Колхоз. Знаешь, мы тогда кугутня говорили, колхоз. Ну я как кабутня ваша, там колхозная. Но это мода моей мамы, я тебе скажу. Так. Это какие годы? Моего детства. Подожди, так у нее тоже такая косметика была? Ленинградская тогда у всех была. А у меня, видишь, уже рубила. Ну просто мода вот так вот краситься, это была, вот я помню. А по-моему не идет. Моя мама еще красилась, я еще в школу ходила, 70-е годы. Мне низ красить, мам, скажи как? Тоже голубым? Красили внизу раньше? Красили только один цвет, но низ вот прямо так сильно не красил, чуть-чуть вот так, чуть-чуть. В уголочках. Вот здесь? Да. Чуть-чуть. Все? Ну-ка, покажи. Так? Да, пойдет. А под брови вы красили чем-нибудь или нет? Нет, там не красили. Я же говорю, не было вот этих разноцветных, ну, когда я начинала краситься, вот этих не было цветных теней. Так. Покупали кружочек. Карандаш. Я сейчас буду красить брови. Плевать мне на него? Нет, сухим. Сухим брови крашу. Он же не рисуется. Все. Рисует. А, рисует. Ну я чуть-чуть так, да? Ну чуть-чуть, да, сильно не надо. Просто чтобы там типа они затемнить. Ну как бы да. Не у всех было видно брови. Не у всех было видно брови. Или где-то они редкие, ну, чтобы форму придать. Это типа татуаж временный. Слушай, ну классный карандаш, я так скажу. Знаешь, если цвет хороший, выбрать, ну... Ну, был набор из 6 карандашей. Черный, коричневый, синий, зеленый. Синие брови.
Это и для глаз? Для стрелок, для стрелок. Я даже иногда синее красила стрелки. Это и для глаз, и для бровей, да, похоже, были карандаши? Для глаз, универсальные, для бровей. Конечно. Да, универсальные. Ну все, по-моему, ничего, да? Какие-то они разные, одна выше, другая ниже. Ну это уже твой косяк. Твой косяк. Карандаш тут ни при чем, да? Карандаш ни при чем. Притом можешь пальчиком немножко где-то за растушевать. Нет, не мочи ничего, не надо мочить. Ладно. Просто пальцем возьми сухим. Да немножко нормально все. Растушу. Вот мне кажется, идеально все сделаю. Малышня придет, растушу, там тут все быстренько. Так, и что теперь? Давай приступим к этой, к самой этой туши этой долгожданной. Короче. Не будешь стрелки красить? Дынька идет. Не, стрелки не будут, стрелки будешь ты красить. Ну давай. Дынечка, солнышко. Что я делала? Иди к нам, Дынечка. Ты что делала? Смотри. Я брала маленькую чашечку водички. Сейчас я расскажу наливала. Свою историю. Да. Угу. И туда макала кисточку, чтобы не плевать. Потому что когда плюешь, так. Она... ну, нет. Ты после меня будешь красить. Не надо плевать. Мама, подожди. Я расскажу, почему я буду плевать. Почему? Такое лицо, почему? Короче, я всегда раньше плевала. И все у меня всегда получалось. Однажды я думаю, ну что я буду плевать, как дурочка сюда, мало ли кто что красится, да? Дынька пришла. Кто что красится, девочки? И когда я опустила кисточку в воду, у меня, я начала красить, во-первых, тушь вообще не ложилась, вообще не красила. То есть такое ощущение, что слюни, они более густые, что ли, и как бы они, ну, накладывались, да? А если сушняк? А если вчера гуляла допоздна? Ой, ну попила воды и плюнула. Да? Что-то такое. Так вот, и момент еще, что вода, она дольше высыхает. И я вот так вот накрасила, короче, с водой все, мало того, что ничего нету, и потом я так моргнула, и просто все у меня отпечаталось вот так везде. После того я никогда воду не использовала. Поэтому, мамочуля, мы будем сейчас плевать, а ты потом будешь красить. Ну, ты ее немножко неправильно делала, поэтому у тебя так получалось. Много воды оставляла на кисточке. Ой, я не попала. Ну а что делать, блин? Давайте вот вспомним, как оно было. Многие плевали, я уверена, что 90% плевали. Я, кстати, в Инстаграме сделаю даже эту опрос. Кто плевал в Ленинградскую тушь? Не все же, как ты, Вадим. А ты что, никогда не плевала? Ну, я поначалу плевала, а потом стала водичкой пользоваться. Ну, потому что... Но зато так как накраситься, как я, никто не мог. Я шедевр создавала вообще. Все, короче. На глазах. На лице. Мы будем красить именно той тушью, этой тушью, блин. Именно этой штучкой. Но пока она на утюжок не похожа. Да, ну ты, во-первых, ее что сделала? Что я с ней сделала? Ты же ее не утюжком делаешь. А как ее утюжком делать? Еще надо как-то утюжок. Ну справа, сбоку, чтобы она стала такая вот. Прилипла друг к другу? Не дави на нее. Не давить? Ну, как бы справа. Видишь, более густая как-то. Ты так испортишь кисточку. Вот. Подожди. Ну, вот так, да? Ну, наклони ее направо, налево, чтобы она потом в итоге стала вот такая вот, узкая. Ну, я это вижу. Как заостренная. Поняла. Вот. Ну, примерно красить. Так. Ну, примерно так. Ой, слюня осталась. Учить. Ой, господи, как я это делала в детстве. Слушай, ну, красит вроде. Ну ты вот этой кисточкой будешь долго долбаться. Ну что делать, да? Ну что делать? Видео требует жертв. Слушайте, ну немножко так подкрасила и в принципе ничего. Конечно, это не с одного слоя. Ну в принципе ничего, мне кажется. Сейчас второй накрашу. Видишь, тут правила, оказывается, были, а я никогда так не делала. Я же говорить. Делала ресницы, а у меня как эффект накладных ресниц получался. Я накладывала много туда туши, но это она накладывается не сразу. Ну, постепенно их наращивала как бы тушью. И получался такой вот эффект. Да? Однажды я попала в глаз себе этой кисточкой. Было больно. Щипала, она щипит, когда в глаза попала. Ты сейчас все, по-моему, туши щипят? Не знаю. Я давно не попадала все в глаза уже туши. Вот. А если слипается, нужно под рукой иметь иголочкой. Хотя это опасно, чтобы никто не дернул.
Ты будешь иголочкой пользоваться, когда видео будешь снимать? Иголочкой? Ну придется, если я буду накладывать. Потому что они слипаются, их надо разъединять, пока они не засохли. Потому что когда тушь засохнет, ну она уже не разъединяется, а просто ты ее снимаешь с ресниц. Прорехи получаются. Тут такая тонкость. Так, ну все. Нормально, дневной макияж. Какой-то он у меня яркий получился. Так, что мы еще не накрасили? Губы. Значит, мне подобрали вот такой цвет. Я не знаю, ты помнишь такой карандаш? Она сказала, что был этот какой-то. Ну, контур я обводила карандашом из набора косметика. Вот этот вот. А вот такой не помнишь, да? Я либо коричневым, либо красным делала обводку. Ну, а губную там какая-то. Контур же всегда... Вы без контура не красили раньше? Он должен быть темнее, контур, чем основной цвет. Как ты меня учила 16 лет? Ну, как бы не, он не должен сильно выделяться, но как бы контур чуть-чуть темнее был, да. Ну, карандаша, если вот у меня в молодости было два, красный и коричневый, все. То есть приходилось там как-то делать. Растушевывать там потихонечку. Короче, делаю контур. О, какая я... губы, кажется, я увеличила как будто, да? И такой мне подобрали цвет, вот то, что мы румяна делали помаду сейчас. Помада Fleur. Fleur. FF. Были у вас флёрки, да? Я не помню, губная была. Я обыкновенная. Она такая с перламутром еще. И карандаш тоже. Идеально подобран карандаш, да? Угу. Вот так потом делали. Угу. Ну, сейчас так тоже делаю. Ну и чё? Ну чё, прям похож на бабушку? Мне кажется, офигенный макияж. Можно снимать так видео стрим. И фотки классные получатся в инсту. Тебе нравится? Ну разве что неровно вот тени как-то намазаны, сейчас, конечно, ну, по-современному я имею в виду, а так в целом ничего, смотри, какая классная. Да все прекрасно, просто, ну да, тени вот, ну, как-то я бы по-другому накрасила. Вообще, я не знаю, я с тех пор не люблю вот эти голубые, зеленые тени. Слушай, ну давай попробуем, где эту стрелку одну хотя бы накрасить. Ты ли слюнявила? Ну я буду. А, ты все в воду. Я все в воду. Короче, берем вот нашу эту зубочистку. Я, как всегда, все. Я ее заостряла, чтобы острие было вот здесь оно 5 мм длиной. А у меня острие было где-то 1,5 см. Вот так вот. Чтобы она была тонкая. Ну, подойдешь же зубочистка сейчас или нет? Ну смотри, вот здесь вот уже видишь толстая, да? И там будет толстая стрелка. Если стрелка нужна была тонкая, то приходилось подтачивать. Я даже брала вот этим пилочкой. А если мы сделаем маленькую? Пилочка для ногтей. И я брала и затачивала прям спичечку остренько-остренько. И вот эта спичечка нарисовывала стрелочки. Да, ой, ты рай? Ну вот так, да. Да? Да. Совсем. Ой, блин, уже не получается. Вот. Ну, почему я красила сначала стрелки, а потом тени? Потому что иногда стрелка уходила не в ту сторону, приходилось ее подтирать, направлять туда, куда мне надо. И когда я уже мне стрелки устраивали, только уже потом я тени красила сверху стрелок. И потом стрелочки еще раз обводила, чтобы они четче выглядели. Вот так. Не дышим. Потому что если сейчас ты стрелки нарисуешь как-то, ну, неровно или что, тебе придется вытирать это вместе с тенями. Мам, не рассказывай все в лайфхаки. Расскажешь потом на отдельном видео своем. Короче, я знаю, что рисовать стрелки — это искусство. Мало того, что нашими современными штуками, но вот такой зубочисткой жирной — это вообще искусство искусств. Поэтому вот что получилось. У меня неровные две стрелочки. Кривые. Но главное, что мы это сделали.
Короче, вот такая косметика была в моем детстве. Все, в принципе, я рассказала, показала, да, и совершенно ничем не хочется пользоваться. Единственное, что пудру я себе оставлю. Я думаю, она мне пригодится для видео, знаете, быстро припудрила. Она реально классная и по цвету мне подходит. Тени, кстати, достаточно насыщенные. В принципе, их тоже можно оставить, никуда не девать, хотя у меня очень много теней всяких разных. Ну и карандаш, и это, и все, короче, да все оставлю, только балет один куда-нибудь дену, потому что его запах сводит меня с ума. Все, мои хорошие, я была рада с вами вспомнить детство. И спасибо маме, что она здесь была и подсказывала, что как делать. В общем, я хочу, чтобы она сняла свой макияж вот этот вот в молодости, который она делала, потому что он был невероятный реально, насколько я помню. Она реально по 2 часа каждое утро сидела и, в общем, ну она расскажет, я думаю, много интересного, связанного с ее макияжем, что-то повспоминает. И мы сейчас будем снимать отдельное видео, потом я смонтирую его и попозже вам выставлю. Все, надеюсь, мое видео было полезно и интересно. Маме отдельный лайк за помощь. Я вас целую, люблю. Пишите комментарии, в Инстаграм добавляйтесь, я там сделаю опрос, кто плевал, кто не плевал в ленинградскую тушь. Ну и вообще, как вам понравилось видео, вспомнили ли вы свое детство. Все, я вас люблю, целую, пока-пока!